Партнер выпуску – компания «Столлер». Открываем кейс «Агро» и говорим об инновациях в агробизнесе. Украина делает очень большие ставки на сельскохозяйственный сектор. Но в условиях постоянного удорожания ресурсов и на фоне мирового падения цен на сельскохозяйственную продукцию необходимо повышать эффективность агропроизводства. Сегодня в программе. Today we're at Sugar World, and we're showcasing a portfolio of tools that you can use to grow your sugar beets and make them produce more sugar. За что вы принесли нашему агробизнесу? Thank you. Well, you're very, very welcome, but, you know, this is Stoller's passion. Мы побили рекорды урожайности совместно, конечно же, с другими компаниями, которые предоставляют средства защиты растений и технику. Агробизнес очень зависим от климатических условий, погодных явлений и других факторов. Сельскохозяйственные культуры периодически находятся под воздействием стрессовых факторов, которые негативно сказываются на их урожайности и качестве. Именно по этим причинам растение может реализовать не более 30% своего биологического потенциала. Увеличение урожайности – это контролируемый процесс, и современные технологии уже позволяют минимизировать влияние внешних факторов, повысить урожайность и качественные характеристики культур. Компания Stoller Group была основана в 1970 году. Ее учредитель и председатель правления доктор Джерри Stoller – общепризнанный специалист в области питания растений. Stoller Group занимает лидирующие позиции в сфере разработки технологий для повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Компания уже более 45 лет по всему миру успешно разрабатывает и внедряет инновационные решения для регулирования стресса растений, повышения их устойчивости к неблагоприятным условиям окружающей среды, что позволяет эффективно реализовывать их генетический потенциал. В основе всех разработок компании лежат открытия специалистов научно-исследовательского центра «Stoller». На сегодняшний день действует более 450 исследовательских программ компании в сотрудничестве с 400 мировыми передовыми университетами. Продукты и технологии компании успешно применяются фермерами более чем в 70 странах мира, помогая им достигать рекордных показателей урожайности. Мы уже не первый год работаем со Stoller'ом, уже, наверное, лет 5 развили рынки в Беларуси, в Украине, теперь начинают движение в России, благодаря тому, что наши американские коллеги содействуют нам на научно-технологическом плане, приезжают, рассказывают, показывают, начиная от людей, которые более простыми словами рассказывают, заканчивая профессорами и докторами в области генетики, физиологии, питания растений, микробиологии, с радостью поддерживают нас. Мы работаем в 72 странах, с агрономией дело имеем больше уже 50 лет, а с физиологией питания растений, с гормонами уже больше 40 лет. На мировом рынке мы знаем хорошо, и если вы, вам посчастливилось быть на различных конференциях и выставках во всем мире, наверняка про нашу компанию вам рассказывали. В Украине про нас еще не так знают много, как везде во всем мире. Но, тем не менее, мы с уверенностью можем заявить, что буквально через пару лет об этом будут знать все. Мы побили рекорды урожайности совместно, конечно же, с другими компаниями, которые предоставляют средства защиты растений и технику. Доктор Шартел уже более 17 лет занимается вопросами регулирования физиологических процессов сельскохозяйственных культур и прикладной агрономией. Специализируется во множестве связанных с сельским хозяйством сфер деятельности. Владеет научной степенью магистра в сфере физиологии сорняков. Звание доктора наук в селекции и генетике растений получил в Ратгерском университете в Нью-Джерси, одном из наиболее престижных учебных заведений США. На протяжении долгого времени преподавал в Калифорнийском университете, параллельно занимался проведением научных и практических исследований в сотрудничестве с компанией Stoller. На сегодняшний день доктор Шартел возглавляет компанию Stoller International. Здравствуйте! Здравствуйте! Как вы?
Все прекрасно, спасибо. Ваша компания 3 года присутствует на рынке Украины. Скажите, пожалуйста, что вы принесли нашему агробизнесу? Великолепный вопрос. 3 года назад втроем мы начали делать первые шаги в Украине с проведения ряда научно-образовательных семинаров. Нашей целью было обучение фермеров. Мы рассказывали, как получать более высокий урожай естественным путем. Такова наша цель. С того момента нам удалось провести ряд полевых испытаний с крупнейшими агрохолдингами страны. Мы задались целью перенести наши международные научные наработки в украинские условия и выяснить, как они будут работать здесь. Это позволило нам выработать наиболее эффективные рекомендации для фермеров в Украине. Затем мы открыли в Киеве головной офис по стране, где у нас есть профессиональная управленческая, программная и лингвистическая поддержка. Затем мы начали формирование обособленных команд агрономов, которые мы направили в ключевые и стратегические сельскохозяйственные регионы. Мы обучили этих специалистов следовать нашим стандартам совершенства и научили их решать проблемы с точки зрения физиологии растений. Понимаете, знание – это одна из ключевых ценностей нашей компании. Притом, мы не позволим агрономам представлять наш бренд без необходимого уровня требуемых знаний. Также мы приняли участие в ряде агровыставок в Украине. Мы проводили научные лекции и семинары, чтобы обучить фермеров агрономии и, что еще более важно, физиологии растений. Руководствуясь с данными испытаний, мы определили и зарегистрировали ряд ключевых препаратов. После чего начали импортировать продукцию прямо из Хьюстона, Техас, где препараты производятся в соответствии со всеми нашими стандартами качества. Только на этой неделе мы провели 7 сельхозсеминаров по физиологии питания растений. Мы готовы открыть сезон 2017-го. И прямо сейчас в Украине начинается важнейший для растений период – посевная. В связи с этим я хотел бы дать несколько советов фермерам в Украине. Когда начнется посев кукурузы в этом сезоне, которую сеять все раньше и раньше в холодные почвы, используйте гормоны роста, которые содержатся в препарате Stimulate. Они позволяют растениям буквально выпрыгивать из земли, что позволит им выработать собственную энергию в листах. Еще одна постоянно усугубляющаяся проблема – цены на сельхозкультуры падают, в то время как цены на макроудобрения, СЗР и семена продолжают расти. Например, на сое в Украине мы получили результаты, которые свидетельствуют о том, что биофорч способствует образованию клубеньков в корневой системе. Как известно, эти клубеньки самостоятельно производят азот из атмосферы, что позволяет растениям поглотить еще больше азота путем взаимодействия этих клубеньков с почвой. В результате вы получите больше урожай, а растения будут здоровыми. Как вы знаете, за младенцами все ухаживают. Все любят малышей. Аналогично с растениями. Но как только наши растения становятся подростками, они не получают достаточно внимания. К примеру, для кукурузы даже краткосрочное повышение температуры в период опыления может привести к потерям до 50% урожая. В таком случае даже единичное применение XQ-цитокинина, регулятора роста растений, в этот период может предотвратить до 30-40% потерь урожая. Помимо этого, хотел бы пожелать вам легкого и беспрепятственного посева. А пока наши агрономы работают над испытаниями в регионах, с нетерпением жду возможности посетить и ваше поле. Скажите, пожалуйста, вот за эти 3 года, которые вы работаете в Украине, вы заметили, меняются ли фермерские хозяйства, становятся ли они более готовыми к инновациям? Я на самом деле очень впечатлен уровнем готовности украинских фермеров к инновациям. Какие достижения вы считаете значимыми на рынке? И могли бы вы нам привести какие-то конкретные цифры и факты, чтобы мы понимали? Да, конечно. Мы провели ряд широкомасштабных полевых испытаний, чтобы получить реальную картину того, что происходит в полях. Мой любимый пример – результат испытаний на сахарной свекле, где нам удалось улучшить поток углеводов корнеплодом. Всего с одной обработкой нам удалось повысить содержание сахаров на 13%. По-моему, настоящий успех.
Мы также провели испытания на сое и кукурузе. Средний показатель по 6 регионам, 10% прибавка урожая, благодаря одной только предпосевной обработке. Это великолепно, потому что соя и кукуруза являются ключевыми структурами для украинского агрорынка и ключевыми культурами для украинского экспорта. А скажите мне, пожалуйста, какие основные задачи может решать ваш продукт с учетом нашей климатической зоны, с учетом нашей посевной карты и так далее? Вот могли бы вы для наших зрителей назвать, какие основные продукты, какие основные проблемы агробизнеса ваш продукт может решать? Во-первых, позвольте мне сказать, что мы продаем не продукты, а решение проблем, о которых вы говорите. Поездив по стране пару лет и буквально попробовав почву на вкус, я увидел, что одна из главных проблем фермеров – это раннее начало сезона. Но, разумеется, чем раньше посеешь кукурузу, например, тем лучше будет урожай. Доктор Шартал, скажите, пожалуйста, когда компания говорит, что она продает не продукт, а решение, это требует какого-то определенного маркетинга, маркетинговых технологий. Западные компании всегда были сильны в маркетинге. Скажите, пожалуйста, какие именно методы продвижения продукции вы используете, какие маркетинговые стратегии вы применяете и как вы находите своего потребителя, как вы с ним работаете? Видите ли, в Столер мы всегда стараемся следовать наставлениям нашего учителя, владельца компании, доктора Джерри Столлера. Он учил нас, чтобы поверить, надо увидать. Конечно, мы должны придерживаться нашего стандартного стиля, единого корпоративного бренда. Но основа нашей маркетинговой стратегии лежит в поле. Мы выходим в поле вместе с фермером и показываем ему, на что способны наши продукты. Если вы применяете наше решение, например, препарат Stimulate Yield Enhancer, регулятор роста растений, он обеспечит немедленные однородные восходы кукурузы, что позволит им быть заметно более развитыми, чем у соседа. Потом соседи спрашивают, что вы сделали с этой кукурузой, я тоже так хочу. Затем наш региональный специалист приедет и поможет ему добиться того же. Другая эффективная стратегия – сотрудничество с университетами для подтверждения результативности применения продуктов. Местная профессура, специалисты в области физиологии растений, сейчас проводят эксперименты с нашими препаратами. Этим мы постоянно подтверждаем результаты, которые фермеры видят в поле, научным и лабораторным способом. Мы верим в то, что видим. Скажите, пожалуйста, мы изучали информацию о вашей компании и знаем, что компания очень много проводит исследований, что работают достаточно большие лаборатории. Разработки таких продуктов стоят недешево. И понятно, что препараты тоже у вас недешевые. Насколько вам легко работать в плане цены на нашем рынке, который на сегодняшний день испытывает определенные затруднения при покупке импортных препаратов в связи с сильной девальвацией национальной валюты и так далее? Да, понимаю ваш вопрос. Значительная часть инвестиций уходит на подтверждение и разработку продуктов. Но эти инвестиции затем вкладываются в научный персонал, который состоит из 20-30 докторов наук по всему миру. В этом заключается наш слоган, это наш двигатель – постоянно предлагать фермерам инновации для повышения продуктивности сельского хозяйства в целом. Особенно в такой стране, как Украина, в условиях экономического кризиса. Наши клиенты не просто покупают продукт, они становятся членами семьи Столлер. Они получают поддержку нашей глобальной команды. Мы выходим в поле, определяем их проблемы, учим их, как помогать себе. Работая вместе, мы все совершенствуемся. Наши фермеры становятся лучшими специалистами, более приспособленными к проблемам, с которыми придется иметь дело. Ведь мы знаем, что условия окружающей среды всегда будут непредсказуемыми. Таким образом, за нашу цену мы предлагаем свои услуги и гарантию, что наш покупатель становится частью нашей семьи для совместной работы, для более эффективного выращивания сельскохозяйственных культур.
That's what we all love. Украину давно знаю как экспортера зерновых, но также неоднократно в информационном поле поднимается вопрос о том, что Украине необходимо обязательно экспортировать овощи открытого грунта, и здесь у нас очень большой потенциал. Ваша продукция подходит для такого вида производства? Да, конечно, это одни из наших основных культур. Зерновые занимают только третье место. Наши продукты универсальны, они подходят для всех культур. Когда мы начинали работать на рынке 47 лет назад, основными культурами были именно овощи и фрукты. Наша компания во многом сводится к регулированию стресса во время выращивания именно этих культур по всему миру. Что касается зерновых, мы применяем фитогормоны, чтобы получить максимум из семян и максимизировать генетический потенциал наших растений. Основная проблема при экспорте зерновых – это содержание питательных веществ в зерне. Мы разработали решение для данной проблемы, которое называем Sugar Mover. Применение препарата на ключевых этапах повышает содержание масла, белка, крахмала в зерне. Это повысит ценность зерновых украинского производства на мировом рынке. Мы пришли к выводу, что особенно в странах со слабой экономикой важно не количество, а качество экспорта. И это эффективный способ повысить ценность культур, обезопасить себя от колебаний цен на сельхозтовары. На самом деле наш рынок и культура агробизнеса в Украине на сегодняшний день только формируется, и здесь еще будет очень много изменений. Вы со своей стороны, как участник рынка, можете дать какой-то прогноз развития? Мне кажется, он развивается намного быстрее, чем многие представляют себе. И этот быстрый темп развития обеспечивается готовностью украинских фермеров к новому и их изобретательностью. Они не просто открыты к инновациям и новым технологиям, они пытаются самостоятельно отыскать их. Это одна из причин, почему мы определили Украину как стратегическую территорию для развития семьи Столлер на протяжении следующего десятка лет. Во-первых, вы расположены в центре, так сказать, на границе двух континентов. Ваши почвы великолепны, плодотворные черноземы наполнены органическими веществами. Такие почвы могут сглаживать влияние окружающей среды. Соединив это с новыми гибридами и достижениями селекции, с нашей способностью контролировать влияние внешних факторов, мы можем максимизировать генетический потенциал растений. Агрорынок будет развиваться и расти в Украине, повышая мировое производство продуктов питания. Спасибо вам большое. На самом деле для Украины агропромышленный комплекс является ключевым, и повышение рентабельности, и повышение качества урожая очень важно для нас. И мы искренне желаем вам успеха на нашем рынке. Спасибо вам. Это страсть нашей компании. Даже не знаю, честно говоря, чем бы еще мы могли заниматься. Украина – страна, богатая черноземами, и все-таки важно помнить, что земля – это ограниченный ресурс, продуктивность которого зависит от эффективности его использования. Партнер выпуску – компания «Столлер».